Дяденька мангал уронил? А где это дяденька? Он ушел. Ушел. И вот за это вот такой пожар получился? Ребята, а вы из какой школы? Сырковской. Сырковской? Сырковской. С какого класса-то? С 4-го. На самом деле, вот то, что можно сделать мангал. И практически рядом. Вот. Ребят, а зачем его тащить? Ну, посмотрите, вот это до дороги дойдет, остановится. Надо в сторону линии тушить, останавливать огонь. Ребята придумали каток. Катком закатывают. Самые настоящие юные пожарные, которых я вижу. За мной. Так, я все тушить сразу. Ребят, берегите руки, самое главное, ноги. Ну вот, подтянули жители. Мы вот отсекли в сторону дороги. До дороги бы дошла, бы ничего не было. Главное, в поле, чтобы не уходило. Да, да, тут я вот отсек вот, более-менее. Ну вот и все вроде. Умничка. Ну так, закончился пожар. Ребята, не жгите огонь нигде. Это так опасно на самом деле. Вот пожарники с Медвежьих озер приехали, помогли. Вызовов очень много. Все горит везде.